красота! Какая красота! Когда же это уже весна? Ой, какой цвет шикарный! Ну что, хобби-лобби, тележку я салфеткой протерла. Конечно же, все это не так страшно, как малюет этого волка. Но, тем не менее, как говорится, знаете, если правила есть правила, то их нужно соблюдать. Понятное дело. Так, смотрим. Все, здесь скидки 50%, 40%. Может, рисованием что ли заняться. Нао Маркет 75%. Да вы что? Я давно эти шапки хотела купить. Давно я смотрела на них. Так они мне нравятся, они форму хорошо держат. Смотрела на них, но они все были по $12, а сейчас 3.24. Да, в общем, такие дела. Носки по 2.45. А это, смотрите, видите, это на пальчик одевать. Это как перчатки, только они до руки так вот, до середины. Но их можно использовать как носки под ботинки, допустим, или наверх, вернее. Если у вас ботинки короткие, то можно использовать в качестве как бы носки, видите, и утеплить вверх. Шарфики. 2.50. Смотрите, какие шарфы. Огромные. 2.50. А эти изделия никакой кризис не берет. Никаких скидок никогда не бывает. Никакой кризис не берет. Представляете? Ух ты, пояс красивый. Вы посмотрите, пояс. Знаете, сколько стоит? $25. $25. Ну, такие сумки можно декорировать сами. Как цены были, так и есть. Бубончики. Я сейчас вам открою секрет, почему хобби-лобби открыт. Потому что люди больше процент дома сидят. Ну, не все, но все равно работают в любом случае люди. Но хобби-лобби – это домашняя работа, это рукоделие и тому подобное. Поэтому магазин открыт. Заходите, покупайте, рукодельничайте. Сумка. Смотрите. Для девочки, принцессы маленькой. Ее самой можно добавить камушки, разные бусинки. И сумочка для девочки. Оригинально. Вот такие платочки маленькие. Очень хорошо использовать для масок, если у вас маски нет. Они хлопковые. Натуральная ткань. Теплые носки. $1.50. Ух ты! Здесь даже две штуки. $1.50. Надо подумать. $1.20, между прочим. $1.25. 50%. Ой, как глаз радует. Глаз радует эти таблички. Ой, как радует. Вот это что-то новенькое появилось. Смотрите. А что это такое вообще? Пуговицы, что ли? Или что это такое? А, ну это... Я даже не знаю, как заклепки, что ли, или как... Понятия не имею, что это такое. Куда это? То очень мне нравится. Metal Gallery называется. Давайте ближе вам покажу. Смотрите. У этого названия есть очень интересные вещички. Очень интересные. Смотрите. Крылышки. Русалочка-подвеска. Кто любит крестики, кто любит такие подвесочки. Смотрите, очень красиво серьги делать. Кулончик-серьги.
разные бусинки, блестяшки между бусин. Смотрите, какие красивые. Это 6,99, да? 5, 6 долларов, 50%, 3 доллара. Красота, да? Вот такие разные кулончики использовать можно. Какие хотите. У них очень много. А с той стороны там вообще красота. Здесь у нас серебро продают. Тоже можно что-то выбрать себе. На цепи. Смотрите, цепочки. Колечки есть. Но колечки мне не очень нравятся. Там сейчас вам покажу. Вот это. Смотрите. Вот эти прищепки мне это не нравятся. Тут начинаешь их отщупывать. Смотрите, видите, надо только на клей садить. Никак так не получится. Только на клей. А на клей, если камень дорогой, нежелательно. Клей, чтобы соприкасался с камнем. А это под серебро, это покрытие серебряное. Они недорого тоже, 12-13 долларов. Вот тоже такая большая цепочка. Эти, конечно, дороже. Эти кажется... Ой, давайте сейчас цену. Маленькая-маленькая 12, потом 18 долларов, 18, 16, 15,99, 14 долларов, 16 браслет. Это серебро, чистое серебро. Но эти, кстати, тоже очень хорошо держатся. Я себе брала как-то, вы знаете, абсолютно не портится, очень долго. Вот я примерно такую брала. Сейчас покажу, есть ли здесь с этой стороны или нет. Тоже интересные. Вот они. Вот это здесь красота. Тоже новое что-то появилось. Смотрю. Ой, какая рыбка красивая. Вы посмотрите, 18. Конек, горбунек, 20. Крокодильчик, 10. Это новое. Вот такая у меня есть. А смотрите, какие эти броши. Огромные. А вверх. Крылышко, смотрю, новое появилось. Вот это. Ой, красивая. А, ой, красота какая. Это на платье, вот если брошь такую. Розовый фламинго, 16. Какая прелесть. 10. Сюда можно, кстати, какой-нибудь дорогой камень в серединку и носить как подвеской. Давно я здесь не была. Смотрите, вот новое тоже появилось. Ну, это как серьги делать, потому что по две штуки, видите? По две штуки. Смотрите. Да, это на серьги разные. Смотрите, а это кожа, что ли, или нет? Ну, интересно. Смотрите, какие плетеные с соломки. Пластмасс. Интересно. Кстати, очень сейчас популярны детские, я не знаю, как они эти называются, тянучки. 17 долларов стоят, видите? Скидки 40%. Дети сами делают. Вот видите, готовые. Пожалуйста. Светит. Я не знаю точно, но, как бы говорят, собаки любят такие штуки. Но только что вот эти обрывают они. Ну, что я хочу сказать. Я взяла
Вы знаете, простые такие, такая фурнитура подорожала немного. 2,99 было, сейчас 3,99. На $1 подорожало. Вот эти штучки взяла, это такой вот по $1 сейчас оценка. Что еще тут? Сейчас покажу вам. Вот оценка $3, было 10, сейчас 3, смотрите. Люди ходят, довольно-таки очень много людей, с детьми приходят. Знаете, это единственный, наверное, магазин, где можно погулять. Но что делать? Вы представляете? Я не думала, что я буду получать такое удовольствие. Да, шопинг закрывать нельзя. Нельзя. 90% очень мало. Ну, так бы сказать, какая-то ерунда. Скидки 50%. Везде. Везде. На все. Ну, не на все. Опять же, мы видели, да? Заколочки всегда вечные в цене. А это все 50%. Вы посмотрите, куда ни зайди, 50% скидки. Да, ну что, вот мы с вами прошлись, просмотрели. Разной красоты насмотрелись. Домашние предметы, какая прелесть. Такие наборы красивые. Вы посмотрите, с лимончиками, полотенечки. Перчатки это для духовки, картина, а с лимоном, цветочки, вот такая кухня красивая, красивая, свечи, не в скидке, нет, ткань на оценке, $3 за ярд, да, да. Какая прелесть, а? Хлопок нежный-нежный, тоненький-тоненький. Хлопок. Красивая. Ой, это вообще красивая. Посмотрите, какая. С ангелочками. О, сколько такая штука интересная. Это в моей спальне. На стене. Я закрыла стену. Может быть, на кресло такое взять? Интересно. Это сами делали, ручная работа. С этой стороны тоже собачки. Собачки. Маленькая одеялка для бэбиков. Вы знаете, ткани показывать, это отдельное должно быть видео. Настолько красивые ткани я вам передать не могу. Вы посмотрите, какая прелесть. Вы посмотрите, розовый фламинго. Ой, красота. Вот рубашки такие мне очень нравятся, красивые. Такие тоже. У меня такие есть рубашки, кстати. Вот это хлопок. Вот это все хлопок. Смотрите. Смотрите, какие расцветки. Вы посмотрите. Розы, как газетная такая бумага. Цены. Цены 6-7 долларов за ярд. Вы посмотрите, какая прелесть. А? Это отдельно надо. Отдельный. Ух ты, Париж. Вы посмотрите, какой Париж. Вау, вот это да. Ну что ж, на этой прекрасной ноте мы и закончим видео наше. Всем приятного просмотра.